Легли на пол, поднимаем ручки вверх, тянемся ручками вверх, носками вниз. Растягиваем спинку. Носочки на себя, тянемся пяточками. Все движения делаем плавно. Ручки в стороны. На выдохе поднимаем голову, растягиваем заднюю поверхность шейного отдела. Плавно. Вдох. На выдохе поднимаемся. Смотрим на животик. Поднимаем ножки, подаем таз вправо, коленочки слева от себя. Ручки вместе. Вдох, на выдохе тянемся ушком к плечику. Растягиваем боковую поверхность шейного отдела. Если есть болевые ощущения, под голову можно положить подушечку небольшую. Аккуратно поворачиваемся на другой бок. Вдох. И на выдохе тянемся ушком к плечику. Не забываем, что все движения плавные. Аккуратно поднимаемся, ножки по-турецки, от копчика до макушки прямая линия, вытягиваем спинку, поворачиваемся вправо, вперед, влево смотрим за плечико, вперед, вниз подбородок грудной клетки, вперед, вверх тянемся подбородком, вперед, к левому плечику, вперед, к правому, вперед и повторяем. Все движения плавные. Если вам тяжело сидеть по-турецки, вы можете сесть на стул и выполнять те же упражнения, сидя на стуле. Главное следить, чтобы от копчика до макушки была прямая линия и шея не скручивалась. Левая ручка на височную область, надавливаем рукой на голову. Головой на руку слышим напряжение шейного отдела. Удерживаем его в течение 10-30 секунд. Другую сторону. Ручки на лоб. Надавливаем лбом на ручки. На затылок.
повторяем несколько раз.